Андрея Викторовича. Татьяна Георгиевна больше. Для нас, Татьяна Георгиевна, свято чудесный человек. Мы очень надеемся, что музыка ее будет звучать долгие годы. И начинаем наш концерт с детского исполнения, потому что если дети будут петь ее песни, то это поколение запомнит эту музыку на всю свою жизнь и будут эти песни детские петь своим детям. Открывает наш концерт цветные песенки, исполняет ансамбль «Орлята» при смарт-библиотеке имени Анны Андреевны Ахматовой. Это библиотека, которая находится в Москве. Называется она «Смарт», потому что только что там самые современные технологии поставили. А на самом деле многие десятилетия уже эта библиотека находится в Москве. И рада приветствовать директора библиотеки. Спасибо, что вы пришли. Марьяна Владимировна Александрова. Написано для хора, флейты и фортепиано. Партию фортепиано исполняет лауреат международных конкурсов Иван Соколов. Партию флейты исполняет лауреат международных конкурсов Анастасия Зверева. Thank you.
партия фортепиано Елена Кугубаева.